Добро пожаловать на онлайн-курсы Института Сервантеса в Москве. Новые онлайн-курсы Института Сервантеса в Москве будут проходить на платформе Moodle. На платформе вы найдете тему курса, уроки Вавы Глобаль, вспомогательные материалы, а также доступ к занятиям онлайн через Zoom. Все, что нужно для того, чтобы занятия были эффективными и интересными. Как это работает? Очень просто. Когда вы записываетесь на онлайн-курс в Институте Сервантеса в Москве, за несколько дней до начала курса по электронной почте вы получите приветственное письмо на двух языках, из которого вы узнаете, как подключиться к курсу. Чтобы подключиться к курсу, нужно: первое. Открыть браузер и отключить блокировку всплывающих окон. Второе. Написать в адресной строке браузера адрес https://formacion.cervantes.org. Вы можете выбрать язык – испанский, английский, французский или немецкий – в левом верхнем углу страницы. Откроете страницу, где находится онлайн-курс Института Сервантеса. Чтобы войти в свой курс, кликните на «Acceder». Теперь нужно ввести имя пользователя и пароль. Если вы новый пользователь данной платформы, имя пользователя будет адрес электронной почты, на который пришло приветственное письмо. Пароль – адрес электронной почты, на который пришло приветственное письмо. При первом использовании платформы необходимо сменить пароль. Требования к паролю: не менее 8 знаков, минимум 1 цифра, минимум 1 строчная буква, минимум 1 заглавная буква и не минимум 1 небуквенно-цифровой символ. Если вы уже проходили курсы на данной платформе: имя пользователя, адрес электронной почты, на который пришло приветственное письмо, пароль, тот, который вы использовали для входа на предыдущие курсы. Если вы не помните пароль, кликните на «Забыли имя пользователя» или «Пароль». Доступ к материалам онлайн-курса. Чтобы перейти к курсу, кликните на картинку. Откроются разделы, которые мы подготовили для того, чтобы вы могли понять, как использовать материалы курса и как мы будем работать. Вы попадаете в личный кабинет. Здесь вы найдете свои данные, которые можете изменить в любой момент, а также другие разделы. В разделе «Вы записаны» появится ваш курс. Что вы найдете внутри? Появится название курса и приветствие. Также вы можете связаться с преподавателем по электронной почте. Также вы увидите полезную информацию по курсу. Важно прочитать внимательно. Здесь вы найдете цели курса, изучаемые темы, упражнения, которые нужно выполнить, критерии оценки курса на русском и испанском языках, календарь курса. Здесь вы найдете дни и время, в которые состоятся онлайн-занятия через Zoom. Ссылка появится в календаре. Также она будет в специальном разделе, где ее можно легко и быстро найти. Материалы Ава Глобаль, разделенные на темы. Преподаватель будет открывать доступ к материалам по мере прохождения курса. Форум для того, чтобы обсуждать сложности, вопросы, упражнения и так далее для каждой темы курса. Новый онлайн-курс Института Сервантеса. Качественное обучение гарантировано. Приходите и убедитесь.